Здорово, котики! Ракслер снова с вами. Мы продолжаем наши похождения в игре Stray. Будем нашего апельсинчика, наконец-таки, спустя неделю, наверное, практически, из которой я большую часть просто банально болел, и не было у меня возможности. Возможность была, но самочувствие, настроение было такое себе. Вот, поэтому... Наконец-то я к нему вернулся, безумно скучал по этому котику, надеюсь, вы тоже. Если скучали, ставьте лайк, ну и, конечно, не забывайте подписаться на канал, да, пишите ваши комментарии. И колокольчик жмите, если вы вдруг еще этого не сделали, почему-то это очень плохо, очень плохо. А также не забывайте про соцсети, которые находятся по ссылочкам в закрепленном комментарии. Итак, тут у нас какой-то трупешник без головы. Окей, хорошо, так, чё? Давайте помяукаем, посмотрим, реагирует ли что-то на что-то. Ладно, апельсинчик, погнали, малыш. Будем смотреть, что здесь дальше. Так, вот как всегда, в самый ненужный момент начинает солнце вылезать. Я бы, конечно, записывал бы по вечерам, но у меня, к сожалению, камера и свет дома такие себе, качество было бы не очень. Вот, ну и плюс по вечерам не очень удобно мне записывать. Так, Tag Access Control System. Контроль доступа, система контроля доступа, точнее. Тут какая-то отверточка. Тут можно запрыгнуть? Нет. Тут у нас какой-то, короче, что это? Тех помещений или это коридор? Туда, опа. Ведерочко, главное, нельзя ничего с ним сделать. Банка. Главное, стеклянная, да? А, нет, это... Чё? А, это помятая банка алюминиевая. Я понял, почему-то выглядело как стеклянная. Так, я... Ага, все, мне сейчас надо просто вспомнить. Понемножечку. Вот, сейчас по-любому начнут взрываться. Ну? Или я могу просто очень быстро пробежать? Слушайте, я могу просто даже их не это. О, то есть мне сюда? Подождите. Как будто бы типа сюда, потому что здесь эти чуваки, да, застряли. Но здесь тоже есть проход. А, здесь прохода... Нет. Так, ладно, давайте попробуем сходить сюда. Мне интересно, я люблю, да, все эти помещения изучать. Сейчас мы тогда их... На. Ай-яй-яй-яй! О-о-о-о-о-о-о-о, я совершил ошибку. На, собаки. Падлы вонючие. Получили, блядь? Будете знать. На, пиздюк. Так, супер, я взорвал всех уёбков этих. Серьезно? То есть сюда типа не надо было, да? Я пришел просто позырить на эту срань, на эту слизь непонятную, на росты. Мерзость. Ладно, я понял. Ну, главное, что вот эти твари не взорвались. А так, в принципе, окей. Хорошо, да, давайте побежали тогда сюда, прыгаем. Прыгаем сюда, там вон нас уже ждут. Друзья нас поджидают. Но ничего, самое главное, что у нас появилось оружие. Этому я безумно рад. Что у нас есть оружие, которым мы можем этих пиздюков взрывать. Это хорошо. А ну-ка. Нет, здесь не достает. Это что такое? Это кабеля, да? Хорошо. Опа. Смотрите, так отогнуто, как будто бы туда надо залезть. Ну да, скорее всего так и надо. Хотя вот труба сюда идет. Ну-ка, я могу сюда запрыгнуть? Нет? Нет, не получается. Ладно. Нет, не достает здесь. Хорошо, ладно. Надеюсь, они не будут падать. Как горох с неба не посыпется. Что, блядь? Почему я так сказал? Это странно. Горох с неба. Не знаю. Опасно.
Опасно. Так, а он, получается, он взрывает яйца? Да, он взрывает яйца. Воу! No, 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 no. О, они все попадали вниз. А ну, сука, взорвались. Нет, собака, взрывайся. Ай-яй-яй. Прыгай сюда, тварь. Сука, сбежали с Half-Life, блядь, и теперь думаете, крутые, что ли? На. Падла. Так, окей, надо, короче, такими вот так вот, короче. Но он, блин, нагревается, конечно. Так, ну да аккуратненько, аккуратненько. Это что здесь такое? Пар? Туман? Вы что, издеваетесь? Я Silent Hill не заказывал, не надо так делать. Не надо. Так, короче, надо по чуть-чуть красться. По малюсечке, да? По чуть-чуть, по писюсечке. Крадемся вот так аккуратно, чтобы лишний раз не активировать. В принципе, он, получается, реагирует на расстояние. Если я буду в нескольких сантиметрах находиться, посередине вот так вот, то он как бы не должен. Лучше, конечно, маленькие, чтобы активировались, чем большие. Ну-ка, смотрите, допустим. Ой-о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 й. Ага, все. Да, короче, лучше маленькие взрывать. Из них, по крайней мере, меньше этих уродов вылазит. Хотя я вот не знаю, есть ли ачивка здесь, типа, за вот эти пузырики. Ну, типа, может быть, там есть какая-то. По-любому есть ачивка на количество взрываемых вот этих зурков. Но это, видимо, какая-то секретная, потому что я просматривал все ачивки, там не было. Вот именно написано, да, то есть взорвите там, допустим, 100 зурков. Ну вот поэтому я не знаю, но мне хочется, вот хочется, знаете, хочется их всех взорвать, потому что они типа плохие. Поэтому хочется, чтобы они все вот взорвались. Ой, блин, что-то их до хрена. Ай-яй-яй-яй. Так. Оп. Отлично. Ну, в принципе-то можно, да, в принципе можно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, остыл? Нет, еще не остыл. Ай-я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 й. Ай-яй-яй-яй-яй. О, видали? Блин, баг произошел. Нормально вообще? На, собака, взорвись. Блин, ну так, конечно, я буду долго, наверное, с ними разбираться. Их здесь реально до хрена. Ну, не знаю, сколько я уже уничтожил, но мне кажется, что где-то около соточки-то точно есть. Поэтому тут я, конечно, не знаю, сколько их, по идее, надо взорвать. Но 100% на это есть. А, смотрите, так а я даже этого и не заметил со всем этим кипишем. На, ну я бы заметил потом, да, то есть, окей, ворота. Блять, я понял. Я понял, короче, хорошо, что я заранее подумывал их всех изничтожить по чуть-чуть, потому что смотрите, как будет. Я начну открывать дверь, все эти уёбки, вот эти все, из-за шума лопнут одновременно. Их будет просто миллиард. Поэтому их надо уничтожить сейчас лучше по чуть-чуть, по одному гнездышку за раз. Короче, смотрите, я взрываю, бегу туда, они все падают. Да? Потому что потом, я не знаю, вдруг мне там от своей стороны вдруг еще будут чуваки. Поэтому я лучше. Давай. Поэтому, сука, я лучше так их повзрываю. Кто здесь? А почему он вот так не достает?
странно, да? Блин, бесит, что он вот так не достает, то есть он на них не попадает эта штука. Ну ладно, смотрите. Все, отлично. Короче, да, нужно бы вот так это всех уничтожить, чтобы ради собственной же безопасности, так сказать. Так, так, нужно, короче, главное аккуратно, по одному, надо как-то стараться взрывать по одному. Так, блять. Давай, давай, давай. Блять. Ну вот опять. Ну лучше потратить на это время, лучше на это время потратить сейчас, чем... А где еще были чуваки? Все, они взорвались? Чем потом умирать 20 раз от того, что я, допустим, ну... Когда дверь буду открывать, и они все на меня нападут. Так, смотрите, надо вот так с краешку. Так. Ай! Ай-яй. Фу, слушайте, я приноровился. Приноровился, теперь у меня перегрев не так часто случается. Так, давайте взорвем вот этих. Оп, все, отлично. Надо просто подходить ближе, начинать их взрывать. И... Так, здесь два больших яйца. Давайте попробуем. Подходим ближе. Они начинают активироваться. Я убегаю, он остывает. Я их понемножечку подрываю. Так, остывай, остывай, остывай. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Так, так, так. Давай, 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 давай. Все, супер. Осталось-то вообще чуть-чуть. Сколько тут осталось яиц? Ага, ну не очень много, хорошо. Так, давайте попробуем. Давайте попробуем. Так. Да, нормально, нормально вообще. Главное, короче, на них прицельно стрелять, тогда они быстро очень взлопаются. Так, вот один малыш совсем попал. Отлично, отлично, так. Так, всего лишь три. Все, готово. Фух, слушайте, такая ювелирная работа получается. Так, надо маленькие расстрелять яйца сначала. По паре штук. Все, тут осталось такая капелька, капелька. Главное, большое потом напоследок придержать. Все, супер. Теперь можно взрывать большое. Взрываем. Все. Да, это все. Получается, здесь бы открылось вот, либо вот это, да? То есть, сейчас проверяем. Они по-любому еще из каких-то щелей могут начать бежать. Потому что, блядь, я тут уже все наизусть выучил. Все эти алгоритмы, блядь, этих игр таких подобных. Поэтому могут они из разных дырок начать сыпаться. Вроде бы никаких дырок тут не предвидится, потому что они обычно типа яйцами, да, то есть там где яйца вот на стенах такие оранжевые светящиеся, там оттуда они как бы частенько и вылазят. Все, напольный я уничтожил, надеюсь, что новые сейчас ниоткуда не посыпятся. Ага, ну вот, да, вот видите, то есть получается, в принципе, чего и стоило ожидать, что за дверью будут еще. Правильно, что я яйца, короче, уничтожил. Это было... грамотное решение. Потому что, получается, открылись бы ворота, они бы лопнули те яйца, эти чуваки бы еще на меня напали, я бы растерялся и просто бы помер бы нахрен за секунду опять. Прикольная локация, но что-то напоминает, знаете, как будто какой-то уровень из Half-Life. Интересно, интересно. Блин, так захотелось в Half-Life поиграть. Надо будет, короче, его это... Потом, когда какая-то... Форест, наверное, когда кончится на стримах, я, наверное, буду в Half-Life играть, скорее всего. Не знаю, просто что-то какое-то жуткое желание у меня в последнее время играть в Half-Life. Опа, 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 оп, оп. На, суки, блин, я вас не боюсь больше. Поняли, падлые? Итак, итак, что у нас тут? Оп,
Кто-то есть? Чего, блядь? What the f... Что? Это огромная живая хуйня слизь? Блядь, серьезно? Вы чё, блядь, прикалываетесь? Жесть, какая стрёмная залупа. Офигеть! Вы посмотрите, какая стрёмная хрень. Блин, жалко, что она нет. На, сука, ослепни, пидорасина. На, ослепни, ультрафиолетом тебе в глаз прямо. Охренеть, оно еще и сыпется, блядь. Вы вообще, что ли, ошалели? Не надо так делать. Офигеть, вообще. Я в шоке, охренеть тут глаза, жесть. Так, опять, короче, та же самая схема, да, надо по чуть-чуть. Так, взрываем по чуть-чуть, отбегаем, лопаем, возвращаемся. Взрываем, нет, подожди. Так, взорвали, отбежали. Все, супер. Конечно, можно было бы избежать, но, блин, я что-то, знаете, страхую риски, так сказать, на будущее, мало ли. Сейчас какая-нибудь зауруха начнется с этими глазами, и они, кстати, есть как повылупляются все разом. Мне такого не надо. Странно, да, почему они от ультрафиолета взрываются? Кстати, я только сейчас об этом задумался, что... Почему они взрываются от ультрафиолета? Жопы такие балалалал у них начинают взрываться. Охренеть, глаза стрёмные, жесть. И смотрят на меня. Чё смотрят? А, ну вам же здесь скучно, наверное, смотреть-то не на чё. Так, отлично. Оп, оп. Ай-яй-яй. Ай! Не надо. Не надо, пожалуйста. Кто-то ещё? Оп, отлично. Так, потух. Взрывайся. Лопайся. Ес, супер, кайф. Классно. Так, обосранные глаза эти. Интересно, можно выцарапать глаз? Знаете, вот коты бывают. Чё зыришь? На. Опа. Я хочу туда забраться. Туда можно забраться? А, это скорее всего сейчас я туда пойду. Да? Или нет? Или сюда? Блин, почему нельзя забраться? Ну давайте, давайте, давайте. Так, супер, что осталось? Последнее яйцо? Давай, давай, давай. Отлично. Так, ну конечно, землетрясение, давайте, посылайте. Где они? А, вот они. Ай-яй-яй-яй, не вижу, не вижу. На. Все. Так, теперь яичко, яичко, вот это. Взрываем. Готов. Собака, а? Готов, отлично. Блин, охренеть их здесь вообще. Мне куда вообще идти? Какие-то отходы непонятные. Ну, блин, не знаю, попробую обойти. Вроде бы здесь какими-то механизмами не пахнет, которые бы их потревожили. Ай-яй-яй. Не надо, не надо, не надо. Подождите своей очереди, ждите очереди. О. Ну, пока вроде бы все окей, да? Пока вроде бы все окей. Можно их просто обходить в целом. Потом будет прикол, если, короче, если я их сейчас не уничтожил, и они потом просто это... Ну, все разом лопнут в итоге в конце, и вся эта орава на меня побежит. Ну, надеюсь, что нет, надеюсь, что нет. Сейчас мы это все бежим бочком-рачком вот так. В эти каналы запрыгивать нельзя. Ну, там срок эта срань заросшая, поэтому
Ничего интересного там вроде бы как не предвидится, да? Ну да. Охренеть глаза, жесть вообще, фу, мерзкие. Моргают, блин. К окулисту надо, блин, глаза красные. За компьютером меньше сидеть нужно. Все, музычка злобная кончилась, значит мы типа на верном пути. Все у нас хорошо, отлично. Здесь что есть? Здесь ничего. Давно воспоминаний не было. В смысле, на этом уровне не было ничего ни одного воспоминания. И вообще ничего не было, да? То есть это опять такой зурковский уровень, типа в котором ничего нет, а надо просто грамотно сбегать и что-то делать. Аккуратное. Так. О, утонули, падлы. Плавайте, плавайте там. В воду, быстро! Все утонули разом. Так, сюда не получится. А, вот ворота, кстати. И там, наверное... О, еще глаза спят. Че спите, твари? Устали? То-то же. Но вот сейчас точно какая-то заваруха готовится. Вот, блин, вот 100% какая-то мощная заварушка тут нас ждет. Ворота. Они будут открываться, тут, наверное, будет все лопаться. Но по идее, типа, если я вот так вот сейчас... Если они начнут все лопаться, сыпаться, да, то... Они просто половина-то утонут, скорее всего. Ага, ага, смотрите, получается, мне надо активировать один этот... Потом, наверное, надо будет вот так вот сюда, сюда, сюда. Я бегу. Вот здесь надо будет вот так вот бежать. Слушайте, нет, нет. Короче, надо свою жопу прикрыть. Надо прикрыть жопу на будущее, потому что сейчас начну открывать ворота. Начнется заварушка. Мне нужно будет активировать вот тот, видите, слева замок. И справа замок. А до него, чтобы добраться, надо крюк огромный сделать. А для этого надо... обезопасить свою жопу, плюс еще глаза проснутся, начнут, видимо, трястись, и откуда-то еще вот отсюда начнут бежать эти, короче, уроды. Поэтому мне надо бы прикрыть свой S кошачий. Поэтому я на всякий случай избавлюсь вот от этой угрозы. Надо, короче, заранее, да, все это продумать. Маршрут надо заранее тоже еще просчитать. Сейчас его пробежать. Как я побегу, если начнется, короче, атака. Надо будет заранее все это осмотреть. Так, отлично. Отлично. Оп-оп-оп-оп. Ага. Так, супер. Супер. Здесь я уничтожил. Давайте еще вот эти тоже на всякий случай. Здесь тоже глаза спят. Поэтому на всякий случай надо бы их тоже лопнуть. Отлично. Так, с этой стороны я себя, по крайней мере, обезопасил. Здесь. Давайте вот так сделаем. О. Фига, они просто боком, как дрифтеры, блин, в поворот вошли. Не хватает только музыки из Initial D. Так. Окей. Эти взрываем. Давайте, давайте, падайте. Супер. И осталось вот этих вот взорвать. Так, до свидания, до свидания. До свидания, до свидания, до свидания. И ты... До свидания. Отлично, отлично. Так, смотрите. Я, значит, активирую здесь. Да. Это не сюда. Окей, я активирую сюда. Начинается заварушка. Я резко бегу. Так, вот так бегу, бегу, бегу. Вот сюда. Блин, охренеть, здесь огромный крюк надо сделать через самое начало уровня вообще. То есть бегу вот так, бегу, бегу, бегу. Здесь перепрыгиваю.
И здесь-то... О, охренеть, слушайте, жестко, жестко. Здесь не перепрыгнуть, там мне мешает перила. Ну ладно, начинаем. Быстро, 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 побежали, 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 побежали. Глаза активировались. Да, блин, эти повылазили, твари. Повылазили, твари. Бежим, бежим, бежим. Ну, в принципе, пока не сильно страшно, пока не сильно страшно. Так, так. Оп, оп, оп. Так, активируем этот дверной замок. Они бегут? Блин, отсюда их не достает. Прыгаем сюда. Все, супер, супер, ребята, у нас получилось. Класс. Класс, апельсинчик, молодец, молодец. Короче, скорее всего, да, здесь таковыми... Да что вы там зырите? О! Драть. Класс. Наконец-то можешь что-то подрать. Успокоиться, нервный стресс снять. Да, да, убегал от этих уродов. Глаза повсюду злые, блять, надо снять стресс. Вот так вот, молодец, все, супер. Моргаете, смотрите. Вот и сидите на своей стене ебучей еще 100 лет. Я пошел дальше. Так. Еще, ебать. Оу, щит. Это что за хуйня здесь? Что за супер-мега-глаз? Как начнет зыркать, блять, на меня. И сейчас будет типа босс зурк, да, какой-то мега огромный. Там робот сидит? Да, у меня такое же лицо, типа, чего, блять? О, щит. Апельсинчик, беги! На, на, на! Да, 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 так! А-а-а! Маленького задрали! А-а-а! Оу, щит! Это уровень для бега! Это левел с бегом! Давай, давай, апельсинчик! Беги, блядь! Беги, беги! Беги быстрее! Убегай! Давай, 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 давай! Не давай прыгать на себя, не давай! Не давай прыгать! Блядь, ёбаные глаза зыркают! Давай, 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 давай! Нет, я не сюда! Я не сюда побежал! Сука! Отстаньте! Давай, давай, апельсинчик. Спасайся, спасайся! Ворота, ворота. Да, 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 я успею, я успею, я успею. Ебучие твари. Хуй вам, падлы. Охренеть. Маленький. Чё он такой? Пусть живет. Ты ожил? Было темно, я был один, было ощущение, что я снова в сети. Но ты спас меня, спасибо тебе, друг. Расход такого количества энергии был тяжелым испытанием для моего ядра. Теперь дефлюксор полностью уничтожен, мы должны быть осторожны. Серьезно? Блять. То есть, короче, больше оружия у нас нет, да? Да, это, конечно, печально. Это очень печально. Так, вентиляционная система. Мне надо запрыгнуть сюда, да? Да. Окей. Окей. Теперь, короче, придется скрываться от этих уродов. Хорошо, хорошо. О! Водичка, можешь немножко помыться?
Я встал прям под струю. Ну-ка. Блин, она не льется на меня. Ну, типа, думаю, что на кошаков нельзя лить воду. О. Смотрите, это типа убежище, да, здесь эти мертвые чуваки. Прикольно. Прикольно, ладно. Ну да, вот этот знак. Вот этот знак. Это живой кто-то. Это вторая деревня? Это верхний уровень, типа, я попал? Ну-ка. Познакомиться. Баладин, путешественник из канализации, мы давно не видели никого из вас. Это ты связывался с нами ранее, маленький аутсайдер? Аутсайдер с Балтар ждет тебя, он медитирует на крыше поселка. На вершине поселка. Нельзя этим зурком, типа, сюда написано. Сейф зона. Ну, зурк зона. Прикольно. Интересно, сколько здесь воспоминаний и какие здесь будут... Блин, интересно они это сделали. Робовейник. Типа муравейник. Какие здесь у нас будут квесты деревенские? Красиво? Как всегда, здесь все красиво. Что-то красят там опять, ремонтируют. Это машина. Ученый, которому я помогал, использовал одну из них. Какая машина? Он был болен, это была его последняя надежда. Он вошел в машину. А, вот этот капсула, типа. Но меня с ним не было, он был один. Что он делал? Он загрузил себя в компьютер, и потом все стало по-другому. Но при загрузке что-то пошло не так, он застрял на сотни лет. Пока не появился маленький кот. А, сейчас он поймет, что он и есть этот ученый. Наконец-то. Это был я. Я был тем ученым. Наконец-то доперло. Я был человеком. Я... дай мне минутку. Неужели? Я об этом допер... 50% я открыл. Я об этом допер почти сразу вообще. Ну, потому что сами вот эти разговоры всегда, знаете, как вот это в фильмах часто такое преподносят. И, короче, очень шаблонная тема. Поэтому я легко догадался. Такой бу-бу-бу. Прости, я... Дай мне минутку, мне сейчас не до разговоров. Вот уёбок. Как я буду переводить что-то? О, я буду драть когти тогда. Только буду драть когти, я злой, блядь, кошара. Буду снимать стресс. Чтобы драть все. Все драть буду. Тут прилечь-то можно? Все краской испачкали. Вот роботы-засранцы здесь живут какие-то. О, какой охуенный бумбокс. Жесть. Слушайте, вообще прикольно. Сейчас такой в нулевом состоянии, наверное, я не знаю, пару тысяч баксов будет стоить. Блин, офигенно вообще. Просто, знаете, такое иметь чисто ради стиля. Вот в комнате поставил. И прям даже можно не слушать или иногда что-нибудь там на каких-нибудь старых кассетах подслушивать. Но чисто по приколу, чтобы было ради красоты. Вот если коллекционируете такую подобную штуку, это очень клево. Так, я никуда особо с этим... Ну-ка, сейчас помяукаю. Ну, понятно, никто из них не реагирует, а вы? Всем пофиг. Всем пофиг. О, телек. Запомнить. Вот уёбок, он вообще выбыл, да, из этого. Буду драть, сука, диван тогда. Вот урод, а, не хочет разговаривать. Самосознание к нему пришло. Видите ли, блин. Очухался. Надо было раньше очухиваться. Ну ладно. Буду драть все. Буду все драть, все, что вижу. Сука. Деп, деп. Окей. Это что за чуваки? Понятно. Все буду драть. Все буду драть. Каждого помаленечку. Везде свой след оставлю. Надо же, кто-то начал реагировать на мяуки. Единственные чуваки, которые отреагировали на мяуки. Опа. Опа. Класс. На качельке такой. Так, здесь можно прилечь, да? О, щит, кажется, я сломал апельсинчик. Это он так отдыхает, короче. Будет так спать.
Ну все, все, друг, угомонись. Давай. Приляг чуть-чуть. Давайте посмотрим, как нам покажет эту локейшн. Он сейчас должен отдалиться. И я хочу посмотреть, потому что вот они вот эту композицию, когда лежишь на чем-то, очень красиво делают. С нужных ракурсов, чтобы полностью всю локацию об этом. Я не знаю, конечно, потом надо будет где-то за кадром сделать. Там есть ачивка, типа, что-то 10, что ли, часов надо, типа, вот так вот полежать, по-моему. Надо, типа, просто как скринсейвер в игре лег спать и пошел по своим делам. Вечером прихожу, ачивка выполнена. Да, клево, видите, опять раз весь уровень чик, так вот они показывают. И оно получается как такая диорама анимированная. Это действительно как вот, да, можно на видео записать и вот в Wallpaper Engine поставить на заставку на рабочий стол. Офигенно вообще, очень красиво. Мне такие штуки дико нравятся, дико нравятся. Есть, короче, одна игра, такая небольшая. Забыл, как называется, что-то там, сады, что-то там, что-то Gardens. В общем, такая медитативная, прикольная игра, там вот тоже вроде, ну, даются такие микродиорамы, маленькие уровни, маленькие, ну, там, разные, там, есть здания, есть какие-то просто локации, вот, и их нужно, как бы, типа, озеленять, то есть кидаешь семя, и вот там, типа, растения охватывают разные помещения, строения, структуры и так далее. И вот, о, вот это вот очень похоже. Я потом, может быть, эту игру когда найду, может быть, по ней потом запишу видеоролики прохождения. Мне на прошлый раз очень понравилось. Было бы неплохо ее вместе с вами потом пройти. Либо, может быть, по ней какой-нибудь короткий однодневный стрим устроить. Она не сильно длинная. Можно, в принципе, за один стрим там половину игры так точно можно пройти. Так, что мне делать-то? Разговаривать я ни с кем сейчас пока не могу. Мне, получается, надо куда-то наверх попасть. Надо просто, идем по сюжету, найти нашего чувака. Вот, вот этого Бальтазара. Что я еще забыл? У меня же должны быть родители, друзья. Что с ними случилось? Я хотел открыть город, но остался ли хоть кто-то, кого можно спасти? Ну все, надеюсь, ты очухался, мудила. Нет, не очухался. Окей. Мне нужно еще выше подняться. Как это сделать? Как это сделать? Здесь не подняться. А, вот же. Вот, вот. Так, так, отлично. Отлично. Все для котиков здесь сделано. О. Блин, клевая эта комната, слушайте, офигеть, круто сделано. Что это? Он типа загрузил себя в это? Эй, разве ты не знаешь, что сеанс трансцендентальной медитации прерывать нельзя? О, это ты! Ты был с Момо, когда мы получили тот звонок ранее. Рад наконец-то познакомиться с тобой, маленький аутсайдер. Ты знаешь, мой Дока, так что ты уже знаком с нами, аутсайдерами. Я скучаю по ним, память о них приносит мне умиротворение. Момо остался в трущобах, я слышал, что ты помог найти Дока. А Клементина? Она сейчас в Мидтауне, если ты все еще хочешь увидеть аутсайд, именно она может тебя туда отвезти. Видимо, у нее был план, как выбраться из города. Вот, возьми, я написал ее адрес на обороте фотографии. Клевая фотка, полароид такой прикольный. Чтобы попасть в Мидтаун, надо подняться на самый верх нашего маленького поселка. Для такого ловкого, как ты, это пустяк. Если у тебя получится добраться до Аутсайда, ты станешь первооткрывателем. Я бы пожелал тебе удачи, но она тебе и нужна. Я верю в тебя. Блин, как приятно. Блин, так круто сделано. Вот эти вот, типа, якобы звездное небо. Я человек, возможно, последний в мире. Смотри, что от меня осталось. Я так много всего вспомнил, но многое... Как многое забыл. Клементина, вдруг если мы найдем ее, то сможем восстановить мои воспоминания и помочь тебе вернуться домой. Что, опять? Да, блядь, вы издеваетесь. Да, опять. Ладно, сейчас все сделаем. Так. Продолжить. Продолжить. Да. Мы можем вернуться вниз и расспросить компаньонов или отправиться дальше в Мидтаун. Блять, да конечно, я хочу все расспросить, все везде посмотреть. Клементина, ты должен найти, надеюсь, с ней ничего не случилось.
Поднимись на вершину поселка и найди способ попасть в Мидтаун. Мои старые друзья, очень скучаю по ним. Не забудь про адрес на обороте фотографии. Так, давайте посмотрим... Показать B12. На этой фотографии изображены Клементина и Балтазар. Он сказал нам ее найти, это одна из аутсайдеров. На обороте фотографии также написан ряд символов. Понятно. Давайте возвращаемся назад, будем базарить, короче, со всеми с самого низа. Заново надо со всеми познакомиться. Так, как отсюда спуститься? Еще. Я, по-моему, пришел вот отсюда. Хочу начать с самого начала. Первым чуваком был, получается, вот этот красильщик, да? Да. Окей. О! Сука, типичный кошара, блин, а? О, еще и это. Сейчас тут автографы свои оставим. Лапами все натопчем. Да, блин, реально, типичный котик. Познакомимся. А ты знал, что у белой краски более 900 оттенков и работает на создание своего оттенка краски? Только никому не говори, я назову ее мусорно-коричневым. Круто. У Мэй сейчас период деконструктивизма, это она говорит. Уверен, что она станет великой художницей, если бы только она могла практиковаться где-нибудь в другом месте. Мамуч, обожаю запах свежей краски. Он напоминает мне... О, погоди, я не могу чувствовать запахи. Как грустно. Маленький расстроился, бедный роботик. И бумбокс заиграл. 9536 выигранных игр против 6 проигранных. Вообще-то я запрограммирован на победу в этой игре, только никому не говори. Сука. На. Кот-катастрофа. Блять, серьезно, я не смогу поговорить теперь. Нормально вообще. Блин, прикольно, что я эту ачивку активировал. А я сюда могу запрыгнуть? Не, подожди. А я потом как поднимусь-то оттуда? Но мне по-любому туда... А, вот же, смотрите, вот ступеньки, да? Блин, не могу пока познакомиться. Ладно, пусть пока собирают, надеюсь, они ее соберут. Давайте вниз попробуем спуститься. Здесь по-любому что-то должно быть интересное. Ага. Что-то здесь секретное. А, так тут еще чуваки есть. Все, я увидел. Давайте разговаривать. О, клевые цветочки, слушайте. Взять красное растение. Что дает? Ладно. Может быть, это что-то для квеста? Кто-то называет это мусором, но для меня это сокровище. Опять еще один мусорчик. Много циклов назад я был роботом на побегушках, но переквалифицировался в охотника за сокровищем. Не надо завидовать, это тяжелое и неприятное занятие, как и рука, которую только что нашел. Бедняга, ржавей с мусором. Ой, ржавей с миром. Ржавей с мусором. Прикол. Так, я могу здесь куда-то прыгнуть? Не могу никуда прыгать. Хорошо, ладно. Короче, в принципе, для чего-то мы здесь цветочек подобрали, а для чего... Непонятно. Непонятно. Это холодильник, что ли? Точно, холодильник. Ладно. Так. Что-то мяукает. Ну, давайте отправляемся обратно. Надеюсь, чуваки там собрали свои эти. Во что они там играли? В маджонг? Оп. Нет, ни хрена они не собрали. Ну ладно, давайте бутылки пороняем. Блин, не могу познакомиться теперь с этим чуваком. Обидно, конечно. Ну да ладно. В принципе... Хотя, блин, вот по-любому я какую-то ачивку сломал. Типа, что поразговаривать там со всеми, знаете, типа, со всеми роботами, которые есть. Ахр, электрические зурки везде. Хр. Поговорит Сайзик. Хорошо. Короче, по-любому что-то я недопознакомился. О, привет, как давно к нам никто не заглядывал. Ну, кроме этих проклятых зурков, конечно. Представь, что было бы, если бы мы могли использовать их энергию. Пусть бегали бы в колесе. Эх, какие возможности пропадают. Ну, чувак, познакомиться. Билайт. Когда я вырасту, я хочу быть таким же знаменитым, как тетя Клементина. Я хотел стать исследователем, как она, но взрослые запретили мне покидать рабовейник. Что, блядь, нихуя его скрючило. Что такое, опять?
Точно. Блять, вот. Дерьмо. Тупость, что вот так вот. Не знаю вообще, от чего зависит. То есть он просто хочет, отключается, хочет. И причем чинится именно альтабом. То есть свернуть приложение и развернуть заново. Как это работает? Не понимаю. Искал проблему в интернете, так и не нашел. Просто вот сам... Короче, либо у меня такой джойстик бракованный, либо что, ну... Короче, я это заметил уже очень давно после покупки, поэтому уже ничего не сделаешь. Успокаивающий звук падающего мусора, блестящий водопад, никаких опасностей. Причем это не садящаяся батарейка. Он мне там, по-моему, должен уведомление на экране показать, типа, что батарейка садится. А так, просто отключается, именно вот Bluetooth сигнал теряется. Возможно, из-за того, что просто у меня типа еще устройство рядом есть, и он из-за этого... Либо сам приемник, вот у меня просто в системнике приемник типа воткнут блютузовый, возможно, из-за него надо какой-то новый помощнее. Блаженное место, чтобы поработать над стихами. Вот послушай. О, могучий бетон, в своем чреве меня укрывший, будешь ли ты могилой меня погубивший? Думаешь, это слишком торжественно? Серьезно, это больше на какую-то похороночку похоже. Так, ладно, окей. Окей, 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 окей. Раз. 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 Так, с этим я побазарил. Теперь отправляемся куда-то еще. Мяу. Тут у нас ничего нету. Я уже со всеми побазарил. Квестов в этом никаких нету. Для чего нужен красный цветок, я так и не понял. Так я и не понял. О, здесь еще есть чуваки. Классно. О, можно драть. На-на-на-на-на, буду драть. Хочу ачивку за драние когтей. Блин, молодец, выращивает растения. Смотрите, какой хороший. Привет, дружище, как дела? Ты знал, что тетя Клементина научила нас выращивать особые растения, которые могут жить без солнечного света? У меня их огромная коллекция. Хочешь взглянуть? Вот только некоторых цветов не хватает. Не хватает желтого растения, красного растения и точно фиолетового растения. Вот бы кто-нибудь маленький и ловкий достал их для меня. Квест! Смотрите, я нашел квест. Ух ты, очень красиво, спасибо. Найдешь для меня еще один? Ну, пожалуйста. Круто. Слушайте, надо искать желтое и фиолетовое, да, еще? Хорошо, я понял. Я понял. Познакомиться. Фу, скукота. Тетя Клементина раньше здесь проводила занятия. Мы узнали столько всего интересного. О, гитара какой-то у гитариста из канистры. Такая же. Так, что у нас есть тут? Это типа школа, да, была? Хорошо, я понял. Воспоминания единственное, вот никаких не вижу. Фиолетовые... Эй! Блять, серьезно? Сука. О! Я в какой-то бар приземлился. Что? Это как вообще работает? Познакомиться. Жжет провода как лапшу, прикольно. Эта еда на самом деле ужасна, но это единственное, что тут есть. Если я дальше буду эту есть дрянь, придется заслабить переднюю панель. Ладно, моя извращенная фантазия не в ту сторону подумала. Клевая шляпа у него. Меня зовут жестяным шеф-поваром. Я специализируюсь на переработке остатков. Сегодняшнее спецпредложение. Ромейн G45 с моим секретным ингредиентом. Блин, ну у них же по-любому у всех должны быть какие-то прикольные квесты. Почему нету? О, могу драть еще. Еще драть. Еще драть. И чё, как мне отсюда... Так, это куда я уйду? Ага, это... все, я понял. Это где, короче, была качелька. Слушайте, а где брать те растения? Интересно, интересно. Окей, окей, окей. Так. Ага. А, так все-таки здесь можно было, да, перепрыгнуть? А я пошел наверх. Ладно, я понял. Ну что, ребятки, время-то у нас, к сожалению, подошло к концу. На этом будем нашу серию заканчивать. В принципе, она была довольно интересна. Мне все очень понравилось. Вы пишите комментарии, понравилась ли эта серия вам. Ну и вообще пишите что-нибудь. Как всегда, обожаю читать ваши комментарии, всякие советики и так далее. Ну а на этом все.
Не забывайте ставить лайк. Конечно же, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых сериях, а также напоминания о стримах. И не забудьте заглянуть в закрепленный комментарий. Там будет ссылочка на мои социальные сети. Группа ВКонтакте Raxler Vision, а также телеграм-канал Raxler Vision с чатиком, где общаются все желающие подписчики. Я там тоже очень частенько есть. Можно со мной поболтать, что-то обсудить, что-то спросить. В общем, я там на связи со своей аудиторией, поэтому не стесняйтесь, приходите. Буду рад вас там видеть. Ну, а на этом у меня все. С вами был Raxler, желаю всего самого замурчательного, всем пока.